Места для автомобилей много, а пешеходной зоны не хватает. К такому выводу пришли власти Уфы. Поэтому уже в этом году участок улицы Цурюпы от Кирова до соединения Чернышевского с Ленина будет благоустроен. Этот участок по улице Цурюпы в свое время был несправедливо, на мой взгляд, отнят у пешеходов. Сегодня превратилось в огромную парковку. Причем автомобили некоторые стоят здесь по несколько дней, и грузовые автомобили. Это все, безусловно, мешает ходить, комфортно передвигаться жителям и гостям столиц. Поэтому сегодня мы приняли решение, то, что в этом году начинаем благоустройство. Ратмир Мавлиев добавил, что интересы автомобилистов тоже постараются учесть. Парковки останутся, но в умеренном количестве. Что касается самой концепции, она та же, что и на улице Ленина, с озеленением и устройством велодорожек. Фасады зданий также приведут в порядок. Улица была сама сдана, основная проезжая часть, 7 лет назад. До тротуара тогда не дошли. То есть сделали как могли. И при этом забыли правила спидистов, забыли про пешеходов. Действительно, территория для пешеходов очень маленькая, а улица – это магистральная, общегородского значения, связывает центр и проспект Октября. Поэтому мы хотим здесь учесть всех пользователей, то есть не только автомобилистов, но и пешеходов, и велосипедистов. На выездном совещании решили, что в проект необходимо внести небольшие изменения. Помимо специалистов глав архитектуры, мэр Уфы выслушал и мнение городских активистов. Небольшой сюрприз был, потому что Ратмир Афилович писал мне в Телеграм по поводу моих комментариев в его канале по поводу благоустройства города и всего прочего. И вот пригласил, поскольку есть мнение определенное по поводу благоустройства, спросил активистов по поводу мнения. Работы на улице Цурюпа начнутся уже в апреле и должны завершиться в текущем году. Ильсия Армухидинова, Рустам Лукманов, вся Уфа.